Аркадий спрашивает: похоже, что конец света близко. И самое страшное, что все вокруг спокойно говорят об этом. Только совсем недавно мы хотели счастливо жить, строили планы на будущее, и вдруг понимаем, что ничего этого не будет. И что теперь делать? А кто тебе сказал, что вообще то, что вы хотели, это хорошо? Ну, давай разберемся. Ну, люди хотели простого человеческого счастья. Ну, так ну, хорошо. Чем это хорошо? Да, уколоться и забыть. Знаешь, еще лучше может быть. То есть это как такую спокойную таблетку? Пилюльку взял, уснул, молодец, спокоен. Это не цель нашего развития. Так что не надо пытаться все время остаться в той песочнице, в которой ты жил раньше, и играться в то, что ты будешь лепить какие-то домики. То есть вы считаете, что это были детские игры, да? Все. Да, да, да. Да? А взрослая игра? Развивался маленький эгоизм. А сейчас мы должны подняться над тем эгоизмом. Мы должны начать смотреть вперед и по-другому. Какая у нас сейчас взрослая игра должна быть? Скажите мне, пожалуйста. Играть всерьез – это значит играть в Творца. Ну вот, поясните, что... Сделать так, чтобы Творец был между нами во всех наших мыслях и действиях. Это называется играть всерьез. Можно так сказать, что прежде чем я что-то делаю, я как бы пытаюсь обращаться к Творцу, да? Да. И сделать так, чтобы ты представлял, что ты делаешь ради него, за него, для него. Для него это значит ради других. В общем-то, на Творца не действует ничего, и ничего ему не надо. Есть только одна возможность – получить от него силы, чтобы действовать ради людей. То есть получается формула такая: «я хочу быть счастлив» меняется на «я хочу, чтобы люди были счастливы», чтобы вокруг меня были все. Но по-настоящему счастливы. Но по-настоящему. Не так, как я хочу, чтобы они были счастливы. А так, как Творец. А так, как хочет Творец, потому что это закон Вселенной. Он абсолютный и объективный. Как все точно. А как он хочет, скажите мне, пожалуйста, чтобы люди были счастливы? Что такое для Творца? А ты переселись в других людей. Так. Переместись. Так. И начни чувствовать, что для них самое важное, и вместе с ними строят. А вот как вы думаете, вот переселясь, что для них будет самое главное, для людей? Чувствовать друг друга близкими. Вот это, да, в глубине человека, да, это только. Да, в этом человек начинает ощущать совершенство. То есть там и покой, и счастье, и безопасность вот в этой точке, да? Конец всего, да. Не конец окончания, а просто... совершенство. То есть все люди близкие, все люди, братья, сестры, я не знаю, все... Да, они вообще все пропадают в таком виде, в каком они сейчас. Они вступают просто в область совершенства. То есть если я сейчас хочу как бы использовать другого, да, для себя, да, то угу. Там я хочу себя отдать другому, можно так сказать, полностью? Да, взаимная отдача себя друг другу в этом и заключается. Ашпа, что называется в кабале. Отдача. Отдача, да. Это и есть состояние совершенства, духовное состояние. Великой наукой мы занимаемся все-таки. Великой наукой. Она еще проявится, еще разовьют ее, еще разложат ее в чувства. В простые такие, вот такие простые предложения. Вот так вот. Ой, я так расчувствовался.